Здравствуйте, дорогие первоклассники! Тема нашего урока – ударные и безударные гласные звуки, обозначение ударных и безударных гласных буквы на письме. Сегодня мы научимся находить ударные и безударные гласные, пользоваться памяткой для определения ударного и безударного гласного звука. Ребята, к нам сегодня на урок прилетела гостья. Отгадайте, днем спит, ночью летает, ухает, людей пугает. В темноте горят глаза, всем мышам она гроза. Верно, это сова. Сова – птица очень умная. Сова – это ночной хищник, питается мелкими насекомыми и животными. Измените слово так, чтобы оно обозначало несколько предметов. Верно, совы. Давайте запишем это слово. Совы. Поставим ударение. Совы. Рядом напишем слово сова. Сова. Поставим ударение. Сова. Давайте произнесем первый гласный звук в слове совы. Совы. Гласный звук О. Сова. Гласный звук А. Скажите, пожалуйста, одинаковые ли звуки мы слышим в этих словах? Верно, разные. Одинаковые ли буквы обозначены эти звуки? Верно, одинаковой буквой О. Итак, какой же можно сделать вывод? В ударном и безударном гласные в одних и тех же слов пишется одна и та же буква. Безударный гласный в словах произносится нечетко. В ударном гласный произносится длиннее и более четко. Если представить себе слово как поезд, то безударные слоги – это маленькие вагончики, а ударный – большой длинный вагон. Хорошо живется ударным гласным. Все их отчетливо слышат, видят и правильно пишут. А как же безударным бедняжкам? Они обижены. Помогите, друзья, ставьте их под ударение, и бывшие безударные благодарность так отчетливо зазвучат, что правильно написать их уже не составит большого труда. Выполним упражнение 1 на страничке 63. Прочитайте. Всходит солнце над землею, с каждым днем все выше, и весь день, кружась, воркуют голуби на крыше. Скажи, какую картину можно представить, читая эти строки? Как можно ее назвать? Спиши первое предложение. В словах обозначь ударение. Всходит солнце над землею, с каждым днем все выше. Ставим ударение. Всходит. Ударный звук О. Солнце. Ударный звук О. Каждым. Ударный звук А. Выше. Ударный звук И. Над какими словами знак ударения ты не поставил? Верно. В словах, где один слог, где есть буква Ё. Итак, делаем вывод. Ударные гласные – это гласные звуки в ударных слогах слов. Груша, банан, лимон. Безударные гласные – это гласные звуки в безударных слогах слов. Фасоль, укроп, сирень. А как определить в слове ударный или безударный? Мы с вами обратимся к памятке, которая расположена в вашем учебнике на страничке 134. Первое. Прочитай слово. Понятно ли тебе, что обозначает это слово? Второе. Произнеси слово так,
чтобы услышать в нем ударный слог. Выдели в ударном слоге гласный звук и произнеси его. Гласный звук в ударном слоге слова – это ударный гласный. Гласный звук в безударном слоге – это безударный гласный звук. Итак, давайте закрепим. Вишня. Ударный звук «и». Слива. Ударный звук «и». Смородина. Ударный звук «о», а безударный «о» и «и». Кстати, слово «смородина» образовано от слова «смород», что обозначает запах. Кусты смородины имеют специфический запах. Слово «смородина» нужно запомнить. Итак, ребята, для того, чтобы закрепить изученное, я советую тебе выполнить самостоятельно на страничке 64 упражнение 3. Сегодня на уроке мы узнали, какие гласные называются ударными и безударными. Научились по памятке определить, какие звуки гласные и безударные в словах. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Тема нашего урока – общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Давайте повторим. Как называются числа при сложении? Слагаемое, слагаемое и сумма. Посмотрите в нашу табличку. Нам известно первое слагаемое и сумма. Что нужно сделать и знать, чтобы найти второе слагаемое? Верно. Чтобы найти второе слагаемое, нужно от суммы отнять известное слагаемое. Давай заполним нашу табличку. Сумма 10, слагаемое 8. Второе слагаемое равно 2. Сумма 10, первое слагаемое 6, второе слагаемое 4. Сумма 10, первое слагаемое 4, второе слагаемое 6. Сумма 10, первое слагаемое 7, второе слагаемое 3. Сумма 10, первое слагаемое 5, значит неизвестное слагаемое равно 5. Сумма 10. Первое слагаемое 3, значит неизвестное слагаемое 7. Сумма 10. Первое слагаемое 9, значит второе слагаемое 1. Верно, ты молодец. Посмотри, пожалуйста, на ряд чисел. Какие числа пропущены? Ставь пропущенные числа. Давай прочитаем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Назови соседей числа 13. Верно, 12 и 14. Назови соседей числа 16. Верно, 15 и 17. Сколько десятков и единиц в числе 13? Верно, 1 десяток и 3 единицы. Сколько десятков и единиц в числе 17? Верно, 1 десяток и 7 единиц. А сколько единиц и десятков в числе 20? Верно, 2 десятка. Посмотри, пожалуйста, на данные числовые выражения. Какое числовое выражение лишнее? Верное. 9 прибавить 4. Почему? Потому что верхние числовые выражения мы с вами можем решить. Ответы у них в пределах одного десятка. Вот сегодня мы с вами и познакомимся с такими примерами, где будет переход через десяток. Тебе понадобится счетный материал. Я буду работать вот с такой табличкой. Давай посчитаем, сколько кружочков в каждом ряду. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нижний ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В каждом ряду 10 кружочков. Итак, я буду работать с магнитами, а ты со своим счетным материалом. Приготовься. Итак, мне нужно к 9 прибавить 4. В верхний ряд я выложу 9 магнитов. Внимание! Сколько магнитов не хватает мне до 10? Молодец! 1. Сколько магнитов у меня стало? 10. Давайте запишем наши действия. К 9 прибавить 1 получится 10. Верно. Но мы с тобой знаем, что 4 – это 1 и 3. Сколько магнитов мне еще нужно добавить? 3. Я их выложу во второй ряд. 1, 2, 3. Запишем наши действия. К 10 прибавить 3 получится 13. Верно. Запись я могу еще оформить по-другому. К 9 прибавить 1 и прибавить 3 получится 13. Значит, к 9 прибавить 4 получится 13. Молодец! Я думаю, у тебя все получилось. Давай выполним с устным объяснением данные числовые выражения. Я думаю, они у тебя получатся. К 8 прибавить 4. Сколько не хватает до 10 у 8? Конечно, 2. Значит, к 8 прибавить 2 получится 10. И к 10 прибавить еще 2 получится 12. Я думаю, следующие числовые выражения у тебя тоже получились. Давай вспомним, какие геометрические фигуры ты знаешь. Итак, первое – это волнистая линия. Второе – это луч. Третье – прямая. Четвертое – отрезок. Пятое – ломаная. Шестая – треугольник. Седьмая – четырехугольник. Шестая и седьмая фигуры, их еще называют многоугольники. Молодец! Итак, решим задачу номер 5. Какая фигура изображена? Верно, ломаная. Скольких звеньев состоит наша фигура? Из 3. Давай найдем длину нашей ломаной. Для этого тебе понадобится линейка. Измерь каждое звено линейкой. Сколько сантиметров равняется длина каждого звена? Итак, 4 сантиметра, 3 сантиметра и 5 сантиметров. Как же найти длину всей ломаной? Верно, нужно сложить длины звеньев. У тебя должно получиться 12 сантиметров. Молодец! Итак, сегодня мы познакомились с общим приемом сложения переходом через десяток. Для того, чтобы закрепить наши знания, тебе нужно выполнить самостоятельно на страничке 65 под чертой. Спасибо за внимание. До свидания.